Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас симулятор продавца в Магните. Меня зовут Грей, а это моя дочурочка, ее зовут Арина. Всем привет! Давай, ты туда на камеру не смотри. Ты смотри, вон тебе надо деньги заработать. Это Магнит. Те, кто не живут ни в Краснодарском крае, знаете, есть такая сеть. Магнит называется. Крупнейшая, наверное, в России. Ай. Давай. Вот, все, выкидывай нахер. Выкидывай. Что это там за деньги валяются везде? Ага. Давай, там очередь уже собралась. Выкидывай, да. Все, следующее. Давай. Молодец. Тихо. Никого, все надо пропикать, все. А то, давай, молодец. О, это выкидывай, какая коробка здоровая. Что-то банка. Банка огурцов. Давай, вон там стрихкод. О, все, выбрасывай. Психовый ужас ты. Главное пропикать. Там что разобьется, уже не наша проблема. Так, что там? Какой-то... Молодец, все, выкидывай. Кетчуп какой-то или вино, алкашня. Давай это выкидывай. Да, табличку. О, колесо. Выкидывай. Колеса таскают. Ой, а ну подними еще раз колесо. А там дядька, морду дядьки квадратная, смотри какая. Да где там штрих-код? Переворачивай, вон он. Давай. Крути мышкой. Ага. Молодец. Выкидывай дальше. Ой, магнитофон упал там. Все, дядька убежал. Ой, пикай. Давай, бабла побольше с него. С одной банки. Вот это я понимаю, бизнес. Да господи! Опять какие-то чипсы. Бита, смотри. Бита? Я не буду продавать, идите. В смысле, ты ее бесплатно подарила кому-то? В смысле? Давай, быстрее, все, чикай. Что за магнитофон? Давай. Ага, выкидывай. Люди, да хватит кидать там, эй. Нашли, это не рынок, это магазин. Продовольственный. Там зубы в бите, смотри, кто-то по зубам получил. А у нее нет штрих-кода. А, вон штрих-код, давай. Давай. В смысле? Давай. Долго. Во, все, выкидывай, молодец. Винище. О, она вон, на донышке. Переворачивай. Давай. Ну, так... О, все, нормально, все, пошел. Следующий варенье он купил. Ой, там какая-то утка или курица, что там, петух. Да давай, все, молодец. Опять вино, вот алкашня. Давай, магнитофон. Он опять без... Выкинем, да, туда он куда-нибудь, нахер. Эта табличка, она тебе не нужна. Так, курица, где? Все, отлично, опять магнитофон. Давай, дедай. А это что такое? Что это такое? Это, кстати, ребят, демо-версия игры, она называется Forever. Короче, навсегда остаешься продавцом в магазине. И она для ознакомления только. Да господи! Ее можно скачать, посмотреть и удалить. Это бесконечная, по-моему, игра, в которую нельзя ни выиграть, ни проиграть, мне кажется так. Да господи. Чисто ради прикола. Еще и нож! А нож-то что? Охереть, он в крови. Это что такое? А что там? Ой, рука. Иди сюда, рука. Ну, это понятно, это все это резиновые руки. У людей, наверное, уикенд, Хэллоуин. Ой, деньги вы мне достали. Давай. Пикай. Ну вот. Во, все, выбрасывай. Магнитофон нафиг он нужен, биту пробивай. Сколько денег там? And over. Там не указывается, сколько денег я уже заработал, сколько денег я должен заработать. Непонятно, когда у меня смена закончится или она не закончится. Непонятно. Курица или это петух? Год петуха же ведь. Давай. Да вон там на заднице у него бирка. Молодец. О, два раза пропикал. Молодец. Сегодня хозяин магазина будет радостно засыпать, потому что как минимум раз 5 уже мы пробили лишний чек. Давай дальше, пока налоговая не приедет. Ничего страшного. Знаете, что это такое за попрыгун? А что такое?
А, это все в куче. Какая-то, ну это баг, понятно, что-то глюк. Можешь выбрасывать его. Ты тут ничего не пробьешь. О, пробила. А, пробила, ну молодец. Да, господи. Что это такое? Психически ненормальные разработчики нам придумали штрих-коды пробивать как штрих-коды. Что это такое? Огромный штрих-код без товара. Это я понимаю. Я понимаю, что товар без штрих-кода бывает, но чтобы штрих-код без товара. А нет. Это табличка со штрих-кодом. Вон там есть маленькая табличка. Пробивай ее. Молодец, молодец. Ну давай, 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 давай. Да господи! Ну это бесплатно кому-то подарила. Ничего. Вон она снизу. Пикай, пикай, пикай. Ну куда ты? Да, очень тяжело в пространстве вилять. Я не могу. Там телефон у тебя отвалился от кассы. Коробка сухарей, опять нож окровавленный у нас, магнитофон выкидывай нахер, опять, ну хоть одну табличку-то пробей, может она стоит там как 10, но себестоимость рубля продают за 10 тысяч, все, о! Отлично, а он ушел, а то он стоял, ждал тебя, ждал. Дайте, сейчас... прибивай. Да, вон, давай, давай, помогу. Ой, там рыба тухлая, там рыба тухлая. Так. О боже мой. Сейчас, нам главное чем-нибудь. Во-во-во-во-во. О, нож. Уйди, уйди. Вот, уйди. Так. Кораблик, что ли? Что это такое? Гроб. Да ладно. Да переворачивайся. Да откуда там гроб? Это, наверное, как в Уолмарте. Все же есть. Да ну что такое? Это, наверное, сейчас... Короче, идите. Бесплатно. Гроб за наш счет сегодня. Кока-кола. Хорошо. Телефон. Чей-то телефон. Это мой. Опять гроб. А, получается, что пока не пробьешь, он будет шарахаться, да? Вот опять табличка прилетела. Ага. Ну давай, давай, перевернись ты, зараза. Кому нужна рыба? Кому нужна рыба? А, отлично, иди. Ой, сколько бабла! Обалдеть. Бабки, 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 бабки. На, да, да иди ты. Колесо. Колесо. Тихо, тихо, тихо. Это какая-то это сумка Декстера, наверное. Ой, за Декстера лайк, если что. Так, да иди. Ладно, рука, 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 рука. Отлично. Яички. Яички, это хорошо. Телефон, иди. Не нужен ты нам. Во, рюкзак пробили. Да магнитофон, у него нет чека, где он? У него нет чека. Штрих-кода, то есть. Кто штрих-код не наклеил? Тамара Ивановна. Тамара Ивановна. Подойдите к кассе, пожалуйста, к восьмой. Мы на восьмой. Где на магнитофоне нету штрих-кода? Нету же. Ну нету же. Нету. Нету. Это последние товары, получается. Вот, все. Эй, он застрял, застрял. Сейчас мы разбогатеем, смотрите, что у нас. Надо ее как-то отцепить. Товарищи, я извиняюсь, но вы должны заплатить по тому чеку, который сейчас вылезет. Я ничего не знаю, эта касса сломалась, вызывайте программиста. Программист Валентин, но нужен он... Это глюк, просто глюк, просто глюк. Все за счет магазина, все за счет магазина. Давайте, все за счет магазина. Вытаскивай. Это иди забирай, на, телефон тебе дарю, на, магнитофон забирай. Вытаскивай давай. Она не вытаскивается, она заглючила, и поэтому это вот такая вот игра, которую захотелось вам показать, ребят, чтобы вы, не знаю, она веселая, она прикольная. О, 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 сейчас вылезет, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, я думал, все, глюк, но нет. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, вот, что-то сейчас получится, надо побить его, вот. Сейчас мы рюкзаком. Ну, на твою же мать. Не получается, ладно. Да нет, она застряла. Все, банка вон. Банк, иди. Все сломалось, ладно, ребят. Игра называется Forever, это демо-версия, можно посмотреть, скачать и пока-пока, ставьте лайки, меня зовут Грей, это Арина. Пока. Давай попробуем, ну давай.
вытащим хотя бы что-нибудь. Давай кассу ограбим. А где деньги все? Непонятно.